Петербургский писатель, автор трансформационного романа «ПШ» Дмитрий Хара встретился с читателями в Чебоксарах в преддверии выхода новой книги и масштабного тренинга в нашей республике. Ты понимаешь, ты не просто перепрошился, ты заново начал дышать, ты заново начал летать, ты ощутил себя как личность, ты ощутил себя в этом мире как единицу, как себя самого, и тебе себя достаточно, это круто. Реальный отзыв человека, уже прошедшего перепрошивку. Читатели делились своими жизненными историями после книг и тренингов Дмитрия Хара. Такое неформальное общение с петербургским писателем организовали в одном из книжных магазинов «Чебоксар». У нас нету там каких-то инструкций и вот четких указаний, как нужно. У каждого появляется свой внутренний гуру. Просто у внутреннего гуру, у этого, на самом деле, очень простые инструкции. Они настолько простые, до безумия, вот, что вообще сложных вопросов в жизни больше не остается. Новая книга Дмитрия Хара состоит из двух частей – «Трэш» и «Сияние». Она посвящена отношениям, в основном мужчины и женщины. В книге, как и в прежних произведениях, личный опыт автора. Поиски себя, духовные практики, медитации, путешествия – это и есть трэш. В итоге вдруг начался, скажем, процесс, который стал необратим, да, процесс такого, как вот, вы, наверное, уже догадались, внутреннего сияния. Вот, оно пришло как даже неожиданно для меня, и вдруг начало все налаживаться. И отношения, и жизнь. Дмитрий Хара не только писатель. Он основатель тренинговой компании «Первый шаг» и сам проводит занятия по программам личностного развития. Ближайшее, кстати, состоится 18 и 19 ноября в Новочебоксарске, в санатории «Надежда». Ирина Волкова, Николай Архипов, Республика.